Друзья, ну что, всем привет! Вы, как всегда, находитесь на канале «Жизнь с нуля». С вами автор и ведущий канала Вячеслав. Сегодня мне один из подписчиков написал о том, что не слыхал, в Санкт-Петербурге горит «Лента», магазин, гипермаркет. Ну, я вначале не придал этому значения, но еще один подписчик также написал и говорит: зайди посмотри. Вот. Я зашел, посмотрел видосы на эту тему, которые уже есть в СМИ. Вроде как человека два там всего лишь сейчас пострадавших. И то, что меня больше всего поразило на данный момент, это масштабы возгорания. Я не знаю, конечно, как питерская лента. Я знаю, что наши магазины в Волгограде, специализированные магазины, снабжены очень хорошей системой пожаротушения. Вот. Последние проверки показали, что, в общем-то, и сигналка работает хорошо, и все остальное прочее. И, собственно говоря, если такое малое количество пострадавших, это, в общем-то, говорит о том, что система пожаротушения на какое-то время, возможно, задержали распространение огня и дали возможность, может быть, людям эвакуироваться. Но, тем не менее, масштабы, которые я увидел, они меня поражают. И в связи с этим у меня сразу возникла тема для комментария. Почему? Потому что два человека сообщили, и я так понял, что было интересно это, и, может быть, интересно будет то, что я скажу сейчас. Если вы помните такой нашумевший пожар, как в Кемерово. И вы помните, что там тоже было очень серьезное распространение огня и достаточно быстро. Там вроде обвинили все в синтетике современных игрушек, в некачественной системе пожаротушения и так далее и тому подобное. Вот. Сегодня то, что произошло в Ленте, меня натолкнуло на очень интересную мысль. Лента в своей массе – это продуктовый магазин. Извините, конечно, за сарказм, но вот этот пожар, он лишний раз доказывает, ребят, как ни странно, ту проблему, которая сегодня, в общем-то, для нас очевидна, но мы не склонны не придавать ей никакого значения. Из чего сделаны наши продукты? Тот пожар, который вы сейчас наблюдаете в сети, на видео, вот, это пожар фактически пищевых продуктов. Вот, то есть, и если вы внимательно присмотритесь, то уровень пожара настолько серьезный, что он, в общем-то, может сравниться с пожарами в строительных супермаркетах. То есть, там уровень химии такой, что горит так, как будто это, я не знаю, там лакокрасочный магазин загорелся. Вот. Слава богу, что, конечно, пострадавших мало, и дай бог тем людям, которые пострадали, выздоровление. Вот. Но я хотел бы, чтобы вы подзадумались над тем, что мы едим. То есть, на самом деле, получается такая интересная система, что едим-то мы как раз то, что очень хорошо горит. Вот. И качество продуктов, которыми нас травят сейчас сетевые магазины, в общем-то, лишний раз доказывает то, что онкология у нас в стране будет двигаться семимильными шагами. И данный пожар очень активно это и, собственно говоря, показывает. Поэтому тем, кто еще не решился на выезд на землю и еще думает о чем-то, то не попадите в ту проблему, в которую попадаю я. То есть
я слишком поздно принял решение о том, что продукты питания нужно производить самому. И, в общем-то, те люди, которые сейчас прозревают на эту тему, у вас времени еще меньше, чем это как бы у меня. Я за последние там 5-6 лет, в общем-то, научился некоторым вещам, которые я не умел раньше. Вот, и сегодня нахожу очень существенную разницу между продуктом, который покупаю в магазине вынужденно, вот, и тем продуктом, который произвожу сам. Вот. Так что, ребят, желаю вам и вашим семьям быть осмотрительным в выборе того, что вы кушаете, и то, что скармливаете своим детям. Потому что очень часто мы своим, скажем так, своей собственной ложкой копаем свои же собственные могилы. Желаю всем, кто пострадал от этого пожара, скорейшего выздоровления. Вот, а своим подписчикам как можно быстрее задуматься о том, как максимально и в более большем количестве снабдить себя продуктами питания, выращенными собственными руками. Всем добра, всем пока!